Здравствуйте, это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Ликвидировать очаг пожара на службе у Пожлеса – беспилотный летательный аппарат. Лучшие из лучших – педиатры из Рязанского медуниверситета приступили к работе. Рязань в Лиге чемпионов. Женский футбол в городе выходит на новый уровень. С конца весны в Рязани был объявлен пожароопасный период. Сотрудники Пожлеса бесперерывно ведут наблюдение за лесами области. Количество очагов возгорания нужно свести к минимуму. В помощь им система видеонаблюдения, а также квадрокоптер. Совсем недавно добавился и беспилотный летательный аппарат. Вес беспилотного летательного аппарата Суперкам 250, как у небольшой гантели, едва достигает 10 килограммов. Однако размах крыльев значительно больше роста обычного человека – 2,5 метра. И уже через несколько минут эта птица покорит небо. Правда, чтобы запустить ее, потребуется небольшая подготовка. Что нужно, чтобы он взлетел? Нужно его собрать в течение примерно минут 15. На заднем плане вы видите антенну видеоприемника, наземную станцию управления. Вот, в принципе, и все, что ему нужно. Сейчас мы подключим аккумуляторы, сделаем предполетные проверки и будем взлетать. Перед каждым полетом нужно получить специальное разрешение. Сотрудники Пожлеса говорят, что беспилотник – это практически самолет. И перед вылетом согласовывают план полета. Правда, бывают и особые ситуации. Существует еще один режим полетов, так называемый временный режим, который также мы подаем в Москву, с помощью которого мы можем поднять наш самолет в течение примерно 2 часов в экстренном режиме, если существует такая вот необходимость. Когда беспилотник запускают в небо и для планового полета, то участок этот полностью закрывают для других полетов. Например, сегодня Суперкам 250 взлетает в деревню Ершова. Чтобы пролететь здесь, другие самолеты запрашивают у Пожлеса разрешение. Итак, план полета построен и теперь загружается. Создали полетное задание, теперь пытаемся прогрузить в наш беспилотный летательный аппарат. Полетное задание загружено. Следом предполетные проверки. Обязательная часть перед каждым запуском. Осматривают подкрылки и работу винта. Уделяется внимание каждой мелочи. А после – запуск беспилотника в небо. Даю Делается старт! Это при помощи катапульты. Старт! Воздушная скорость беспилотника 84 км в час, высота 150 метров. Это 6-й плановый полет Суперкама 250 на службе у Пожлеса. Аккумулятор беспилотника работает 2,5 часа. Если заряд закончится, то аппарат возвращается в точку запуска, или, выражаясь языком операторов, точку 00. Если аппарат потеряет связь с инженером, он также вернется в исходную точку. Управляется ИКАР, как его ласково прозвали при запуске, ноутбуком с помощью мыши. В процессе полета можно менять высоту и скорость. С камеры прекрасно видно лес, дороги и реки. Силуэты зданий, техники и людей совсем крошечные. Словно смотришь на игрушечный мир. Посадить беспилотный летательный аппарат сразу невозможно. Необходимо, чтобы он сделал пару кругов над зоной посадки. А после следует команда инженера «Парашют». Парашют! Отлично! Посадка! У аппарата несколько сменных камер. Помимо стандартной видео, есть еще 2. Хорошего разрешения фотоаппарат, которым можно снимать все, что происходит на земной поверхности. А также есть тепловизор. Чтобы научиться летать на таком, инженеры Пожлеса прошли 2-недельный курс обучения в городе Ижевск. Теперь они уверенно управляют беспилотником. Также на вооружении у государственной службы есть и квадрокоптер. Они используются для обнаружения очагов возгорания и разведки местности вокруг пожара. Зоркий глаз камеры, словно птицы, способен записывать и передавать видео в высоком разрешении и в реальном времени. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Митинг против пенсионной реформы прошел в Рязани у памятника Скобелеву. Его провело региональное отделение КПРФ. Сотни рязанцев собрались, чтобы поставить подписи в петиции против повышения пенсионного возраста и высказать свое мнение. Этот митинг КПРФ второй в Рязани. Десятки таких же прошли в районах области. Рязанцы разного возраста пришли, чтобы высказать свое мнение о пенсионной реформе. Большинство повышения пенсионного возраста не поддерживают. Мы считаем необходимым высказать свою позицию, считаем необходимым, чтобы люди тоже высказали свою позицию. 90% населения нашей страны выступают против этой реформы. У памятника Скобелева в Дашковой песочнице собрались активисты и жители микрорайона. Региональное отделение КПРФ развернуло масштабную акцию против пенсионной реформы. У нас были прекрасно подготовленные баннеры против пенсионной реформы. Ни одно рекламное агентство не разрешило их вешать. Ссылаясь на то, что есть некий негласный запрет на муссирование этой темы. Посмотрите на людей, которые
народ здесь приходит. Здесь, в общем-то, не только пенсионеры, здесь и молодежь, и вот с детьми приходят, потому что это коснется всех людей. Поддержать позицию регионального отделения КПРФ можно специальной наклейкой для авто. Их раздают на митингах и поставив подпись под петицией. Эти подписи мы начали собирать до референдума с тем, чтобы направить их в Государственную Думу и инициировать, оказать, скажем так, давление на депутатов при повторных чтениях, при принятии закона о повышении пенсионного возраста. Следующий шаг, чтобы мнение рязанцев было учтено при проведении референдума против повышения пенсионного возраста. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Первые врачи-педиатры, выпущенные Рязанским медуниверситетом, вышли на работу в детские поликлиники. Напомню, факультет в ВУЗе открылся 6 лет назад. Первая группа небольшая – 19 человек. Принять их готовы в лечебных учреждениях региона. Многие поликлиники испытывают нехватку кадров. О том, как молодые педиатры освоились на рабочих местах, в сюжете Дины Исляевой. Ты не будешь плакать, да? Держи-ка, держи. Профессионалу, чтобы успокоить малыша, достаточно подручных средств. Пока ребенок рассматривает медицинский шпатель для проверки горла, Марина проводит осмотр. В 7-й поликлинике она работает всего 2 недели. У нее на участке около 1000 маленьких пациентов. Находить общий язык приходится и с родителями, и с детьми. А вообще все дети, я бы сказала, очень как бы открытые, вот, и добрые. Вот, я думала, что у меня в первый день тут сразу начнется, там, я не пойду в кабинет, вот. Но большинство детей, они все-таки с радостью приходят к врачу, вот, с радостью выполняют все, что врач им говорит. Вот, поэтому никакого барьера общения между мной и детьми как бы не было. То есть я сразу с ним нахожу общий язык. Анастасия пришла на прием с сыном Дмитрием. Ему исполнится осенью 3 года. Они собирают документы для детского сада. Тому, что на участке появился новый молодой врач, мама только обрадовалась. Очень хорошая девушка, внимательная, хорошо осматривает ребенка. В принципе, никаких нареканий по поводу ее работы нет. В соседнем кабинете прием ведет Ольга Чапикова. Она пришла в 7-ю поликлинику работать, потому что до дома добираться недалеко. У Ольги уже есть опыт общения с пациентами. Она работала медсестрой, пока училась. Нашими пациентами являются дети, еще те малыши, начиная с тех малышей, которые сделали первый вдох родильный в зале буквально несколько дней назад, и заканчивая теми детьми, которые на несколько головы выше, чем мы, и сами уже создают свои семьи и рожают детей. И каждому родителю, вне зависимости от возраста их ребенка, хочется донести простую истину, которая не написана в клинических рекомендациях и протоколах. Самое эффективное лекарство – это родительская любовь. Большинство педиатров, получивших дипломы в этом году, поступили в ординатуру. Через пару лет они получат дипломы узких специалистов, детских эндокринологов, хирургов и смогут работать в больницах. Между тем, факультет педиатрии остается одним из самых популярных в медуниверситете. На нем большой конкурс. С каждым годом увеличивается набор. В этом году набрали порядка 100 человек. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязань ВДВ попала в 1/16 Лиги чемпионов, минуя групповой этап, и вошла в число 20 лучших команд Европы. Теперь наши футболистки могут сыграть с Барселоной, Лионом, Манчестер-Сити, Челси, Баварией или Атлетико. Пока Рязань ВДВ готовится к предстоящим играм, в Швейцарии проходит жеребьевка, которая определит, с кем команда встретится в Лиге чемпионов. Екатерина Самсон ловит каждый мяч, который посылает в ворота. На жаргоне футболистов это называется сейв. Благодаря таким сейвам, вкупе со слаженной игрой команды, Рязань ВДВ и удается удерживаться на первом месте в турнирной таблице. Екатерина Самсон по совместительству и капитан команды. Говорит, что заниматься футболом не планировала. Так распорядилась жизнь. Теперь девушка ни о чем не жалеет и вместе с командой движется к победе. По словам Екатерины, капитаном быть не так уж и тяжело. Просто ответственность большая, и нужно как-то и девчонкам иногда что-то сказать, поддержать. Хотя у нас команда все уже достаточно взрослые, и в той или иной команде были тоже капитанами. Все прекрасно понимают, когда нужно настроиться. То есть. Женский футбольный клуб «Рязань ВДВ» играет в высшей лиге. В 2017 году команда заняла 2-е место в турнирной таблице. Решающий матч они выиграли у ЦСКА со счетом 2-0. Сейчас идет новый сезон, и девушки показывают хорошие результаты. Начали мы чемпионат первой игрой как раз с ЦСКА, с кем мы заканчивали. И, к сожалению, не пришлось порадовать своих болельщиков. Мы проиграли ЦСКА 0-1. Это самая первая игра. Потом дела пошли получше. С каждым туром сначала выиграли у Кубаночки, потом на выезде обыграли Енисей, Красноярск. В ничью сыграли с Локомотивом. И потом сейчас вот идет серия
побед. Сейчас девушки готовятся к предстоящей встрече в Москве с командой из Чертаново. Постоянные тренировки и игры между собой. Параллельно всему этому команда изучает своего соперника. Ко всем матчам мы готовимся плодотворно. Пытаемся из предыдущих матчей вынести какие-то ошибки, какие-то положительные моменты. Тренер нам и помогает, объясняет. Какие-то моменты мы пытаемся додумать, довести до результата. Понедельник для футболисток стал поистине тяжелым днем. В тот день тренер начал с особенно интенсивной и тяжелой тренировки. С каждым занятием напор ослабевал, чтобы команда была физически готова ко встрече с соперником. Матч пройдет 17 августа в Москве. Главный тренер Константин Климашин рассказал, что тренировки в мужской и женской сборной практически ничем не отличаются друг от друга. В тренировках мало чем отличаются. Эмоционально тоже девчонки эмоциональны, как и мужской клуб. Поэтому не сказать, что многим чем-то отличаются. Есть небольшие какие-то мелкие отличия. Но самый главный матч, можно сказать, принципиальный, состоится в конце августа с командой ЦСКА. Стоит отметить, что есть среди игроков и юные воспитанницы клуба. Например, Анастасия Фетисова. С детства играла в футбол с мальчиками и приходила домой в синяках и ссадинах. Теперь она центральный защитник. Ну, мальчишки, они такие, у них более жесткий, более быстрый футбол. Они по мышлению быстрее. Но здесь девочки все очень взрослые, опытные, поэтому от них мы тоже берем очень много полезного, знаний. Юных звезд, да и всех футболистов в целом, в ближайшие дни ожидает настоящий накал страстей. Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» досрочно попал в Лигу чемпионов. 17 августа в швейцарском городе Ньон, недалеко от женевской штаб-квартиры ФИФА, проходит жеребьевка 1/16 лиги. Рязанский клуб ранее участвовал в ней, и в прошлый раз команда встретилась со шведским «Русингордом». Наша телекомпания связалась с директором регионального клуба, которая практически в режиме реального времени присылает эксклюзивные кадры жеребьевки. И вот он, заветный момент. Рязань встретится... Вновь Русингорд, Швеция. Перед первой встречей с клубом главный тренер Рязань-ВДВ Константин Климашин назвал соперников женским Реал Мадридом из-за сильных игроков. За прошедшее время составы в обоих командах изменились, и теперь противостояние выйдет на новый уровень. Нам же остается болеть за нашу команду и пожелать им удачи. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». К новостям недели. Впервые Рязань принимает форум древних городов. На разных площадках обсуждаются проблемы населенных пунктов, которым более 500 лет. В Рязань приехали представители 40 древних городов из разных стран мира – Германии, Италии, Греции, Франции и других. Рязанскую область на форуме представили областной центр, а также Пронск, Ряжск и Касимов. Открытие форума состоялось в Рязанском Кремле. В первые дни прошла конференция, посвященная сохранению и развитию древних городов. Ее участниками заявлены эксперты из Белоруссии, Сербии, Турции, Узбекистана. Официальное открытие форума состоялось 15 августа. 16-17 прошел гастрономический фестиваль. Кроме того, в Рязани ежедневно идут концерты и спектакли, и каждый день богат на события. К тому же ежедневно проходят важные встречи и брифинги. 14 августа рязанцы смогли встретиться с архитекторами из трех стран – Сербии, Белоруссии и Турции. Присутствовал и главный архитектор Рязани. Брифинг получил название «Историко-культурное наследие. Гарант устойчивого развития древних городов». Обсуждались проблемы сохранения исторических зданий, а также реставрационные работы. 16 августа на Лыбецком бульваре открылась Посольская площадь. Больше 40 древних городов разместили здесь свои представительства. Города представляют свое самобытное искусство, делятся своими впечатлениями, своим опытом, общаются. И в течение всех трех дней будут проходить мастер-классы, гости Рязани и жители, туристы. Все могут познакомиться очень подробно с историей городов. Практически у каждого посольства представлен народный промысел, национальная одежда или украшения. Так, у ворот с надписью «Смоленск» сидит гончар. Он изготавливает сосуд по старым традициям. Форма в вазе придается рукой, а узор рисуется специальным приспособлением. Однако самое главное действие начинается на сцене. Здесь прошло официальное открытие Посольской площади. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Николай Любимов приняли непосредственное участие в церемонии. На площадь у сцены вынесли флаги всех стран и городов-участников, коих насчитывается больше 40. Полотна всех цветов и еще раз подчеркнули многонациональность торжества. Игорь Щеголев и Николай Любимов выступили с переводчиком. Приветственные слова звучали на трех языках – русском, английском и немецком. Сегодня мы продолжаем эти добрые традиции.
традиции и принимаем гостей. Я благодарю всех представителей древних городов России и мира, чьи флаги сегодня развиваются на этом бульваре, за то, что вы смогли принять участие в первом международном фестивале древних городов. Мы не только покажем друг другу, какие традиции заложены в наших городах, у наших народов, но и поговорим о тех общих проблемах, которые характерны для всех древних городов всего мира. Представители правительства поприветствовали хлебом и солью, а открылась площадь только после церемониального колокольного звона. После началась экскурсия по площади. Игорь Щеголев и Николай Любимов останавливались у каждого посольства, где представители города рассказывали и показывали свои основные промыслы. Настоящее действие разворачивалось у некоторых условных стен. Песни и пляски вместе с игрой на национальных инструментах, на которых также попробовали сыграть Николай Любимов и Игорь Щеголев. Народные музыканты оценили талант обоих мужчин. А после представителям правительства продемонстрировали национальный танец гостя из Ловича, Болгарии. Экскурсия продолжилась. Ни один город не обошли стороной, и везде участники форума одаривали всех подарками. Касимовцы, например, угостили мужчин национальным пирогом, отметив, что, попробовав такой, сразу же захочется посетить и сам город. Рисунки на песке, лепка из теста – все посольства были рады гостям. В итоге Игорь Щеголев отметил, что площадь функционирует так, как ей положено. Видно уже, что форум состоялся, и много приехало делегаций, и хочется, чтобы это было только началом, потому что до сих пор подобных собраний не было. Надеемся, что форум послужит именно этой задачей – объединить друзей, найти единомышленников и вместе делать так, чтобы и нашим жителям, и жителям других стран было интересно приезжать в Россию, а гражданам России ездить по историческим местам за рубежом. Посольская площадь будет работать в течение 3 дней. Пройтись по экзотическим улицам между условными зданиями и приобщиться к другой культуре может любой желающий. Валерий Седов, Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Главная пешеходная улица, на которой что ни дом, памятник истории или культуры. Почтовая – любимое место отдыха рязанцев и туристическая Мекка. Но того, кто решил заглянуть в ее переулки, ждет пугающее зрелище – разбитые окна домов, у которых красивые фасады и мусор под ногами. Про обратную сторону Почтовой в нашем следующем сюжете. Неприметный дом с разбитыми окнами и крышей, через который можно смотреть на небо. Еще 10 лет назад у двухэтажки на Почтовой 54, корпус 2, были жильцы, потом ее расселили и продали под офисы. Новый владелец в реставрацию вкладываться не смог или не захотел. Нашел арендаторов для пары помещений, остальные пустуют. Дом разрушается буквально на глазах. Из крыши растут деревья, по стенам пошли трещины. Здесь, в общем, никто не убирает. То есть вот это вот убирают практически по праздникам, по редким праздникам. Потому что вся вот эта вот территория, это постоянно мусор. Вот в последнее время, где-то вот, может быть, вторую неделю, здесь почему-то убрано, что-то начали делать. А так вообще просто горы мусора, мы там сами как-то чего-то убираем, и все это летит к нам. Вид неприглядный, вид некрасивый. Вот, в общем-то, вот эти претензии такие вот. Рабочее утро Галины часто начинается с подметания мусора. Ее фирма находится в 56-м доме рядом. За грязь стыдно перед клиентами. Кто мусорит в переулке, она не знает, но убирать все равно приходится. С одной стороны, переулок выходит на торговый центр. Рязань может вполне претендовать на звание города контрастов. Прямо здесь на улице Почтовой с одной стороны мы видим красивые граффити и бетонные блоки. Но стоит заглянуть за бетонные блоки, мы видим окурки, бумагу, бутылки. И понятно, что этот мусор собирался не один день. Возможно, сам дом не представляет исторической ценности, поэтому за ним не следят. Но если посмотреть на улицу Почтовую через этот небольшой переулок, можно через двор увидеть бывшее здание почтового двора. В нем в годы Великой Отечественной размещался радиоузел, откуда передавались сводки Совинформбюро и предупреждения об авианалетах. Именно отсюда 9 мая 1945 года было транслировано сообщение о победе. Когда же в переулках под Белки полностью победят мусора, остается только гадать. Пока же главная пешеходная улица остается привлекательной только с фасадов. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лето кончилось, мусор остался, а рязанские пляжи вернулись к такому же состоянию, в каком встречали отдыхающих этим летом. Отдыхающие жалуются на плохую инфраструктуру и отсутствие урн. За лето в пляж в Борках так и не превратился в культурное место отдыха. Мы выяснили, каким бы хотели видеть пляж жители города. В песке бутылки, окурки и другой бытовой мусор. Второму Баркасскому пляжу по праву можно присвоить первое место по уровню загрязненности. Утки в воде плавают, а вот люди недовольны. Рассказывают, когда дует ветер, весь мусор попадает в воду. Здесь, конечно, чистота далеко не идеальная. Этот пляж забросили, к сожалению, хотя он пользуется спросом. Ужасно. Отвратительно. В этом году как никогда. Мы каждый год сюда ездим. Вот сдавали в аренду, было значительно чище.
чище и лучше. В этом году ужас. Когда я была в прошлые выходные, здесь были такие кучи мусора с утра, вот где-то часам к 10, это ужасно. У рязанцев целый список требований, которым пляж не соответствует. Например, нет больших контейнеров для мусора. Может, поэтому многие отдыхающие выбрасывают его себе под ноги. Пляж плохо оборудован, неудобные кабинки, мало лавочек, нет кафе. У того берега плавают отдыхающие, у этого мусора, несмотря на то, что это главный городской пляж, отдыхать сюда приходят с детьми, его чистота оставляет желать лучшего. На Ореховом озере ситуация немного лучше. Мусора ни в траве, ни в воде нет, песок чистый. Это очень хороший пляж, сделан вход в воду отличный, вода отличная, тут и рыбешки плавают, тут отдыхать просто можно. Чистота, да. Вот что мне удивило, здесь нет, не валяется бумажки, бардака нет. Рязанцы говорят, это единственный пляж, куда стоит ехать отдыхать, но одно неудобство – добираться нужно с пересадкой. Жители города надеются, что в следующем году власти к подготовке всех пляжей подойдут более ответственно, найдут арендаторов, которые смогут сделать их пригодными для отдыха. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Город вновь благоухал все выходные. Это стало темой номер один в интернете. Работа на полигоне в Дягилеве еще не закончена. 5 гектаров куриного помета продолжают источать неприятный запах, на который жалуются рязанцы. Всего в нескольких минутах езды от города через кукурузное поле находится основная причина зловонного запаха. Это полигон, на который, по словам специалистов, в течение 15 лет сбрасывали отходы жизнедеятельности кур ближайший завод «Бройлер». 4 года эта масса спрессовывалась и разлагалась. Теперь начала дымить. От города до поля считанные километры. Первое сообщение о неприятном запахе появилось еще 2 недели назад, 3 августа. Тогда сюда и прибыли сотрудники МЧС и Министерства природопользования. Открытого огня здесь не было, только очаги дыма. Их тушением и занимались пожарные. Весь процесс находится под контролем. С момента обнаружения, значит, первой заявки мы организовали реагирование, потушили. Сейчас мы ежедневно 2 раза в день выезжаем сюда. С утра, обедом, после обеда и контролируем весь этот процесс, дабы исключить выявление повторных тлений. Александр Савуков сравнивает все это с торфом. Снаружи 30-сантиметровый слой золы, под которым держится высокая температура. Поэтому дым периодически возникает в разных местах. Потушить такое поле оказалось непросто. Вблизи никаких водоемов нет, поэтому одна поливомоечная машина сменяет другую. Сейчас на полигоне ведется круглосуточное наблюдение. Ходить по такому месту опасно, нога легко может провалиться под золу. Поэтому для тушения отдаленных очагов задымления была привлечена военная техника, а именно вертолет. Весь полигон в 15 гектаров принадлежит Министерству обороны, и они оказывают активную помощь в тушении. Так, на поле постоянно дежурят 2 пожарных расчета от ведомства. Как бы ни ликвидировали очаги возгорания, запах все равно остается. Теперь здесь также постоянные гости – это представители Министерства природопользования. В настоящий момент лаборатория проводит замеры с подветренной стороны данной горящей свалки, так называемой, отходов. Министерство взят данный вопрос на постоянный контроль. Периодически осуществляются выезды лаборатории. Один раз был зарегистрирован высокий уровень содержания СО в атмосферном воздухе, но он находился в пределах погрешности приборов, в пределах норм. Дурно пахнущие вещества эта лаборатория ловить не может. Здесь нужна другая, так называемая альфа-метрическая. Тем не менее, мониторинг воздуха проводится постоянно. В настоящий момент никаких превышений не зафиксировано. То есть, если по ЦО предельно допустим концентрации 5, то сейчас текущие показания 1,9. Вот НО, например, 0,4 ПДК, а сейчас показания 0,01. То есть сейчас вот все в пределах нормы. Андрей Машинистов уточнил, что запах, который чувствуется в городе, распространяется именно от полигона в Дягилеве. Это подтверждает и роза ветров. Стоит отметить, что заборы воздуха проводились и в городе. Одна из станций министерства находится в Конищево. Также пробы воздуха брали и на Народном бульваре. Нигде превышение норм ПДК не обнаружено. Что примечательно, горит не весь полигон, а только его часть. Вот только назвать точную площадь пока невозможно. К тому же, как оказалось, дым идет не только с этого участка. Недалеко от первого полигона находится и второй, меньший по площади. Здесь также тлеют остатки куриного помета, а из-за запаха находиться рядом с ним просто невозможно. Сотрудники МЧС сейчас активно занимаются заволачиванием полигона. Говорить, когда будет поставлена точка в этой истории, никто из них не стал. Возможно, еще долгое время весь этот участок так и будут окарауливать, ведь дальнейшую судьбу этих отходов жизнедеятельности до сих пор обсуждают. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире.
Мама спит, она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru.